Начали планерку с поздравления. Первому заместителю главы города Виктору Филонову исполнилось 55. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие курорта юбиляра наградили знаком отличия за безупречную службу городу Сочи. От имени всех с днем рождения. Спасибо большое. От поздравлений сразу перешли к делу. Основная тема совещания – ночное освещение улиц Сочи. Как и многие другие, коммунальные проблемы города решать начали только во время подготовки к Олимпийским играм. Только с начала этого года в городе заменили свыше 700 уличных фонарей и почти 20 километров проводов. На эти цели из бюджета выделили 32 миллиона рублей. Как отметили на совещании, за последние два года эту коммунальную проблему не только удалось сдвинуть, как говорится, с мертвой точки. Техническое обеспечение уличного освещения в Сочи сейчас соответствует и зеленым стандартам. Было заменено 130 светильников. Это с применением ламп светодиодов, то есть энергосберегающих. Было заменено 860 ламп, значит, что позволило сэкономить на сегодняшний момент 160 тысяч квадратных киловатт-часа, что составляет 650 тысяч рублей. Позиция городской власти – ночью в Сочи должно быть светло, как днем не только в центре курорта, но и в отдаленных горных селах. Работа по прокладке новых сетей идет, но есть отставание от графика. Когда мы приедем и увидим, что у вас нет населенных пунктов, которые... которых нет освещения. Ну, вопрос остался только вопрос. По муниципальному учреждению автомобильной дороги там запланирована порядка замена городских улиц, 62 улицы, 1100 светильников и опор. И как только они демонтируют эти светильники и опоры, каждый глава мы распределили вот то количество столбов. Мы распределили все, да? Конечно. Они все каждый знают, сколько у них будет передано светильников и опор. Итак, до 15 декабря будет везде установлено, так? Вот пишите до 15 декабря, и с 15 декабря проверим каждого главу. На планерке говорили и о декоративной подсветке улиц. Всем коммерческим объектам уже розданы индивидуальные световые сценарии. Первые результаты по созданию нового ночного имиджа Олимпийской столицы гости и жители курорта смогут оценить уже в начале сентября. К началу экономического форума все здания и деревья вдоль федеральной трассы от пансионата «Нева» до Олимпийского парка получат новый световой наряд. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.